Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сразу хочу извиниться за свой голос, который у меня еще до сих пор не восстановился. Но это я. Вот у нас тут табун, конечно, бегает. Что у нас тут нового произошло? Видите, сколько лапок? Это прям табун. Какой-то у нас здесь вот просто затесался. А вообще я вам хочу показать, какие у нас сугробы. Это прям вот здесь вот... Они выше моего роста. Если учитывать, что мой рост 1,67 м, конечно, куски на этом сугробе очень сильно не хватает. Вы представляете, что у нас творится? Сегодня 20 февраля. Сейчас погода -6. Вечером будет немножко еще попрохладнее. А вот уже со следующего дня, вы представляете, какие сугробы, это кошмар. Если выше ворот гаражных, а со следующего дня у нас уже будет плюс. Ой, надеюсь, что мы не утонем. Что мы не утонем, не уплывем никуда. Вот. Сейчас пройдем с вами. Боже мой, даже здесь табуны бегают. Надо мне, наверное, сегодня ближе к вечеру завести свою машину и пройтись, аккуратненько все прочистить. Оставшиеся дорожки. Вот. Сейчас. Ой, вылезла. Вылезла. Иду вам показывать другие сугробы. Представляете? Вот. Это кошмар какой-то. Это кошмар какой-то. Здесь можно, если бы были сейчас морозы, полить сверху водичкой. И можно было бы на горке кататься. Потому что это реально горка. Такая большая. Сугробы. Вы представляете, толщина снега какая? Здесь точно вы больше метра. Больше метра. Кошмар. Да. В общем, когда это все начнет таять, надеюсь, что в принципе все хорошо будет таять. Так, как и задумано. Аккуратненько. Вот, у курочек у меня тоже, видите? Здесь огромный сугроб. У девчонок все хорошо. Да. У вас все хорошо, я знаю. Да. Вот. Ну что, дошла, значит, надо показать вам. Чевуль, как у вас тут? Нормальненько? Да, у меня там вкусняшки есть. Сейчас попозже вам принесу. Красавчик ты мой. Чевулечка. Да. Ой, зевулечка такая у чевульки была. Да. Так. Это мы с вами посмотрели. Ну что, по большому счету, больше мне вам и показывать нечего. Мне тут надо слегка по дорожкам еще пройтись, о чем я уже ранее сказала. Ну вот, как-то так у нас, ребят. Ой. Тяжелый февраль, тяжелый. Ветер сильный. Ну что, дорогие мои, всех целую, обнимаю. Всем мира, добра, любви. И, конечно, надежды на лучшее.
Ну что, а пока.